испытаний нет, у нас никому не отнять. С чего начинается Родина? С заветной скамьи у ворот. А может она начинается с весенней запретки солнца и с этой дороги проселочной, которой не видно конца. Нашу праздничную программу открыли вокальная студия Дворца культуры «Спартак», «Хрустальные звездочки» и солисты муниципально-хореографического ансамбля «Эхо Гор». Уважаемые хасавюртовцы, поздравляю вас всех с государственным праздником, с Днем Защитника Отечества. Эта дата самая мужественная, можно сказать, символ мужества и героизма, доблести и отваги российских воинов. Во все времена солдаты и офицеры, чья почетная профессия защищает Родину, самоотверженно отстаивали суверенитет и целостность России и Дагестана, обеспечивая мирный труд для тех, которые живут в России и в Дагестане. Этот праздник – дань уважения многим поколениям российских воинов, которые отдали свои жизни за Родину. Их беззаветная преданность отчизне – пример всем нам. И сегодня мы чествуем тех, кто сегодня охраняет мир и покой наших граждан. Слово для торжественного открытия нашего мероприятия предоставляется первому заместителю главы администрации города Хасавюрт Ахмедову Бадыру Атауловичу. Уважаемые участники мероприятия, приветствую главы города Хасавюрт. Уважаемые хасавюртовцы, сердечно поздравляю вас всех ветеранов армии и флота, военнослужащих со всенародным праздником Днем Защитника Отечества. Этот день является символом отваги, мужества и патриотизма. Он напоминает нам о подвигах доблестных солдат, отстоявших свободу и независимость нашей Родины, и тех, кто сегодня стоит на страже родной земли, исполняя свой воинский долг. Защита рубежей Отечества во все времена была и остается священным долгом и почетной обязанностью, делом людей чести и благородства. Уверен, что преданность избранному делу, высокий профессионализм, верность славным традициям российского воинства и впредь будут ориентирами для новых поколений защитников Отечества в деле обеспечения безопасности нашего государства. Желаю вам крепкого здоровья, мира и благополучия, успехов в жизни, в труде и на службе. И хотел бы зачитать приветствие в адрес главы города, военного комиссара Республики Дагестан, главе муниципального образования город Хасавюрт Акмазову Зайнутдину Дадабековичу. Забегович, поздравляю вас с Днем Защитника Отечества, славным днем воинской славы, доблести и мужества. Искренне желаю вам крепкого здоровья, благополучия, высоких достижений в служении Отечеству. Военный комиссар Республики Дагестан Мустафаев.
Багратович, ну, соответственно, еще награждение от вашего имени, от имени города Хасавюрт. О награждении медалью муниципального образования городской округ город Хасавюрт за заслуги перед городом Хасавюрт. За заслуги в области развития физической культуры и спорта в городе Хасавюрт, многолетний добросовестный труд и активное участие в общественной жизни города постановляю наградить медалью за заслуги перед городом Хасавюрт муниципального образования городской округ город Хасавюрт Газимагомедова Магомедали Абдурахман Гаджияловича, начальника отдела по физической культуре и спорту администрации муниципального образования городской округ город Хасавюрт. Наградить медалью муниципального образования городской округ город Хасавюрт за заслуги перед городом Хасавюрт Таймасханова Шайхалида Абдулвадудовича, заместителя генерального директора ОАО «Горводканал» администрации муниципального образования городской округ город Хасавюрт. Аплодисменты не жалеем. Наградить медалью муниципального образования городской округ город Хасавюрт за заслуги перед городом Хасавюрт Юсупова Камиля Абдулаевича, первого заместителя генерального директора ОАО «Горводканал» администрации муниципального образования городской округ город Хасавюрт. Республика Дагестан, глава муниципального образования, городской округ, город Хасавюрт. Постановление от 16 февраля 2018 года о награждении почетной грамотой муниципального образования, городской округ, город Хасавюрт за активное участие в патриотическом воспитании подрастающего поколения, многолетний добросовестный труд и в связи с празднованием Дня Победы воинов-интернационалистов постановляю наградить почетной грамотой муниципального образования городского округа город Хасавюрт Аюбова Юнуса Абдулмуслимовича, мастера канализационно-наружных сетей ОАО «Горводканал». Также награждается Магомедов Абдулла Магомедович, тренер, преподаватель по вольной борьбе МКУДО, специализированная детско-юношеская спортивная школа Олимпийского резерва имени Батырова. Мухиев Шамиль Магомедалиевич, тренер, преподаватель МКУДО, специализированная детско-юношеская школа Олимпийского резерва имени Умаханова. Такиев Якуб Аюбович, учитель физической культуры МКОУ, средняя общеобразовательная школа номер 14. Магомедов Султан Тайпунович, учитель физической культуры МКОУ, гимназия номер 1. Куниев Шамиль Османович, учитель ОБЖ МКОУ, Хасавюртский многопрофильный лицей имени Абукова. Так, фотография на память, если у нас есть фотографы, можете сфотографировать. На сцену приглашается Даудов Абакар Магомеддипирович, военный комиссар города Хасавюрт, Хасавюртовского и Новолобского районов. Уважаемые хасавюртовцы, 23 февраля страна отмечает День защитника Отечества. Это особый праздник в истории нашего государства. Сегодня исполняется ровно 100 лет со дня, когда началась славная героическая история наших вооруженных сил.
По сложившейся доброй традиции мы сегодня славим своих доблестных солдат и склоняем головы перед теми, кто отдал жизнь за Родину. Это знаменательный день наш народ отмечает великие заслуги российского солдата перед государством. Мы знаем, как проходило образование, становление Красной Армии, огне ожесточенных сражений, всенародной интервенции, внутренней контрреволюции, условиях острой нехватки военных специалистов. Мы знаем, каким величайшим испытанием для нашей армии стала Великая Отечественная война 1941-1945 года. И сегодня суровая реальность такова, что за мир надо бороться, мир надо защищать. Современная российская армия не отступает от исторических традиций, от военных традиций нашего государства. И выполняя боевые задачи после военных годов и на дальних рубежах Венгрии, Чехословакии, Анатолии, Кореи, Вьетнаме, Афганистане, а сегодня и в Сирийской Арабской Республике, воины нашей армии проявляли и проявляют героизм, мужество и отвагу. Нужно отметить, что профессия защитника Отечества всегда была, есть и будет самой почетной и благородной. И подавляющая часть наших граждан военной формы одежды, это офицеры, сержанты, рядовые, порядочные, мужественные и честные люди. Сегодня в рядах вооруженных сил России достойно служат и тысячи дагестанцев. Среди них более 2000 военнослужащих по контракту и более 300 солдат-срочников служат в Хасавюртской регионе. И регулярно получаем о них только положительные отзывы. И также мы рады тому сегодня, что из года в год растет число юношей, которые пожелали профессионально связать свою судьбу с армией. В прошлом году поступило в военное училище, академии более 62 человека из города Идаева. В этом году более 70 молодых ребят оформляют документы для поступления в военной академии и училища, в том числе две девушки. А это и является конкретным показателем патриотизма молодежи и готовности защиты Отечества. Дорогие хасавюрты, позвольте еще раз всех вас поздравить с государственным праздником Днем защитника Отечества. Пожелать всем, прежде всего ветеранам, ветеранской общественности, ветеранам вооруженных сил, доброго здоровья, благополучия и успехов в большом благородном деле воспитания подрастающего поколения, духа патриотизма и любви к родине. Хочу отдельно пожелать хорошей службы тем, кто сегодня проходит службу, их боевой выучки, боевой готовности, укрепления дисциплины, правопорядка. И еще раз поздравляю всех с праздником. Честь и слава доблестным защитникам Отечества. Спасибо. Слово предоставляется председателю городского совета ветерана Великой Отечественной войны Нажмудину Нажмудинову. Году ополченцы под Пскому и Нарвой создали отряды, и этот день является днем создания рабоче-крестьянской Красной Армии. И этот день в последующем был признан днем Советской Армии Военно-Морского Флота. А ныне один из государственных праздников – День защитников Отечества и объявлен выходным днем. Это свидетельствует о большом авторитете непобедимых защитников Отечества. Хасавюртовцы на всех этапах государства всегда принимали активное участие в защите Отечества. Так в годы Великой Отечественной войны 1941-1945 годы из города Хасавюрта были призваны 14 тысяч человек, из которых более 7 тысяч человек сложили головы на поле боя. Хасавюрт славится тем, что у нас 11 героев Советского Союза, 2 героя России и один полный кавалер орденов славы. Вечная им слава. Особо хочется отметить и заслуги тружеников тыла. Труженики тыла относятся к поколению победителей, ибо Днем Победы был бы невозможен без героического труда. Так, кто строил оборонительные сооружения, выпускал танки, самолеты, оружие, боеприпасы,
выращивание хлеб, одевал солдат и кормил армию. Также хасавюртовцы принимали активное участие в защите конституционного строя социалистической Венгрии в 1936 году. Благодаря советских войск подавлен контрреволюционный мятеж. В 1968 году, в августе, вооруженные силы были привлечены для подавления мятежа в Чехословацкой республике. Особо хочется подчеркнуть, что горожане в составе 131 человек приняли участие в выполнении интернационального долга в республике Афганистан. 1978 и 1989 годы, где более 100 человек вернулись орденоносцами, а 13 человек погибли как герои, защищая интересы афганского народа. В августе-сентябре 1999 году международные террористы проникли и нарушили мирный покой дагестанцев, в том числе и хасавюртовцев. Здесь по зову сердца вышли на защиту родной святой земли более 6 тысяч человек во главе с легендарным руководителем города Сагитпашой Дарвишичем Махановым и главой города Арсланалием Муртазалиевым. Не проявили бы мужество, патриотизм и выдержку, в городе были бы многочисленные жертвы, а также разрушение наподобие Новолака, Ботлиха, Цумады и Карамахи. Ни один террорист не прошел через нашу святую землю, хотя были попытки прорваться в Махачкалу через наш город. Хасавюртовцы отличились и в боях в Южной Осетии в 2008 году. В 2015 году, 17 годы, принимали участие и в боях в Сирии. Примером этому является, что наш земляк Мусалаев Тульпар за мужество и героизм при защите Отечества стал героем России. Мы, оставшиеся в живых ветеране, гордимся подвигами защитников Отечества и сегодня активно ведем работу по военно-патриотическому воспитанию молодежи города Хасавюрта. Так, к сожалению, нас осталось мало участников Великой Отечественной, 5 человек, приравненных к ним 4 человека, участников венгерских событий 6 человек, участников афганских событий 116 человек. Это наша живая легенда всех побед. В заключение хочется выразить благодарность руководству страны, республики, города и нашим спонсорам за моральную, материальную и правовую поддержку ветеранов эти тяжелые дни, хотя страна находится в глубоком экономическом кризисе. С праздником, товарищи горожане! Ура! Здравствует Россия и вооруженные силы! Наш гарант защиты, конституционного строя и оплот мира. Спасибо за внимание. От имени руководства города и от себя лично хочу поздравить особенно участников войны, которые здесь сидят, и денежное вознаграждение всем. Ну, аплодисменты, потому что Нажмудин Нажмудинов будет сейчас вручать денежное вознаграждение ветеранам, которые присутствуют в нашем городе. Подарок, который мы можем подарить мы, работники культуры, естественно, это песни и танцы.
И пусть сегодня звучат песни, исполняются искрометные танцы, вселяя надежду на лучшее и даря радость людям. Лучшей же наградой при этом для артистов от вас будут ваши бурные аплодисменты. Муниципальный артистический ансамбль «Эхо Гор». Художественный руководитель Соня Габибова. Oh!
Многих поколений, частицей гордости за нашего солдата. На сцене Гамзат Якубов. Наши следы заметили снега. Годы последние пороховые. Грянет салюта, пуля врага. Нас не накроют флагом военным. Не прозвенит над нами салют. Разве что в небе вечно нетленно ангел Божий нас отпоют. Нет, не закроет холмик могилы ваши надежды и наши сердца. Господи славный, Боже всесильный, дай за Тобою пройти до конца. Нас не накроют флагом военным, не прозвени над нами салют. Разве что в небе вечно мне нас отпоют. Нас отпоют.
нас не накроют флагом военным, не прозвени над нами салют, разве что в небе вечно непременно ангелы Божьи нас отпоют, разве что в небе вечно непременно ангелы Божьи нас отпоют. День защитника Отечества — это праздник дедов и прадедов, которые прошли горнила Великой Отечественной войны. На полях сражений и в тылу они самоотверженно защищали Родину и доказали миру, что народ, отстаивающий право свободно жить на своей земле, непобедим. Вам, дорогие ветераны, досталась трудная судьба, но ваши доблестные дела во славу Родины и сегодня служат примером для молодых воинов. На сцене Бахтияр Нагиев. Я читаю письмо, что уже пожелтело с годами. На конверте в углу номер почты стоит полевой. Это в 42-м мой отец написал моей маме. Перед тем, как идти в свой последний решительный бой. Дорогая моя, на переднем у нас передышка. Спят в окопах друзья, тишина на крутом берегу. Дорогая моя, поцелуй, ты крепче сынишку. Знай, что вас от любви я всегда сбереду. Я читаю письмо, и как будто ближе и ближе. То тревожный рассвет и биение солдатских сердец. Я читаю письмо, и как будто отчетливо слышу, как сейчас те слова, что сказал перед боем отец. Я читаю письмо, а за окнами солнце смеется. Начинается день, и сердца продолжают бить. Я читаю письмо и уверен, что если придется, все, что сделал отец, я смогу повторить. Я читаю письмо. Я всегда сберегу.
по итогу радных подвигов тех, кто, не щадя своей жизни, отстаивал незыблемость границ страны. Только осознав, что все мы составляем один народ, можно преодолеть любые испытания. День защитника Отечества – это праздник матерей, невест, жен, всех, кто умеет любить и ждать, как никто другой. На сцене Салита Сапанчеева. Ты живешь между снегом и выстрелом, я живу между сном и письмом. И мы встречу должны с тобой выстрелять, чтобы снова расстаться потом. Это время дает нам задание, ведь мы оба на службе с тобой. Носишь ты офицерское звание, я служу офицерской женой. Офицерские жены не давали присяги, и приказ по вагонам – это просто судьба. Офицерские жены на дорожку присядет, и слеза на погоны упадет, как звезда. Мгновенье стать. И тогда лишь солдатские матери смогут жен офицерских понять. Я согласна на жизнь гарнизонную, лишь бы только быть рядом с тобой. И молюсь я ночами бессонными, чтоб не стать офицерской вдовой. Офицерские жены не давали присяги, и приказ по вагонам — это просто судьба. Офицерские жены на дорожку присядем, и слеза на погоны упадет, как звезда. Благодарны вам за то, что мы всегда можем положиться на ваши сильные плечи и знать, что с такими защитниками, как вы, наша Родина будет в безопасности. Итак, встречаем солисты вокальной студии ДК «Спартак». Я мужик. We'll be right back.
вспоминаются слова, которые произнес один из героев кинофильма «Офицеры». Есть такая профессия – Родину защищать. Защита Отечества и несение воинской службы – это, конечно, почетная обязанность гражданина Российской Федерации. Имея такую славную армию, со своей славной историей, боевые традиции, воспитанные на примере выдающихся военачальников и мужества солдат, российская армия должна быть одной из самых современных и передовых армий в мире. Ансамбль барабанщиков «Доулист». Муниципально-хореографический ансамбль «Эхо Гор». Шамиль Ханагаев.
хватку от руки. Проходите хавку от духа. Yeah.
солисты Дворца культуры «Спартак», дуэт «Адат». Тимур Меликов, Тимур Сатуев. Поздравить с Днем Защитника Отечества, мирного всем неба над головой, благополучия и бараката вашим домам. Спасибо. На сцене Райсат Асланова. Шалом, 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 ш
муниципальный хореографический ансамбль «Эхо Гор». Художественный руководитель, заслуженный артист Республики Дагестан Даутбек Гасанов. Страна, и если кто пришла бы.
все и любит ложь. За нами люди, нас не проведешь. Мы правду защищаем, так надо понимаем. Мы впереди. Бывает день, не скинем, видим ночь. Беда приходит, мы должны помочь. Мы правду защищаем, друзей своих теряем. Слезы, пути. У нас Родина одна, мы страна. И если в дом пришла беда, как всегда, без упрека и страха на стороже, вместе на острие, рядом на рубеже. У нас Родина одна, мы страна. И если в дом пришла беда, как всегда, без упрека. Это всенародный праздник. Желаем вам мирного неба над головой, здоровья, счастья и семейного благополучия. С праздником вас, друзья! С Днем защитника Отечества!